готова создать условия для будущих контактов. Официальный сайт президента России будет представлен пользователям в новой версии в среду. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Новый сайт откроется 8 апреля в 8 утра, сказал он. Песков заметил, что потребуется еще какое-то время, пока обновленную версию смогут увидеть все пользователи. Он предположил, что сайт полностью заработает в середине дня в среду. Глава государства Владимир Путин знает о новой версии сайта и давал указания по поводу содержания. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не будет отстранен от должности на время рассмотрения обвинений в коррупции в адрес правительства. Об этом заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» Юрий Луценко. Ранее стало известно,